Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая. Отсутствие радости у человека. Кто-то скажет, обратитесь к психологу. Пожалуйста, обращайтесь. Но перед тем, как обратиться к психологу, пожалуйста, сами попробуйте. Почему? Потому что если вы сами справитесь с этим заболеванием, либо состоянием жизненным, то и психолог вам не нужен будет. А если вы не справитесь, то, конечно же, можете обращаться к какому хотите психологу. Но помните, это состояние вы сами нажили в себе. И им живете. И, точнее, оно в вас живет, а вы, как бы, скажем так, зависимы становитесь. Потому гоните любое уныние, разочарование, грусть и так далее и тому подобное от себя. Почему? Потому что оно может что? Вызывать отсутствие радости. Почему у человека отсутствует радость? Потому что человек живет в жизненном вот этом вот лабиринте. Все знают, что лабиринт, если туда попасть, выйти туда невозможно. Там можно только с ума сойти. Потому, пожалуйста, не зацикливайтесь над словом «жизнь». Вот, попытайтесь выйти с этого лабиринта, вот, который нам создают наши правители и государства. Вот, постарайтесь стать свободной личностью, независимой, займитесь своим любимым делом. Вот. Больше развивайте свое хобби, чтобы оно стало, скажем так, вашим достоянием. И потом вы могли этим достоянием что? Свой достаток делать более все богаче и богаче. Тем самым у вас будет радость. Почему? Потому что мало того, что вы занимаетесь своим любимым делом, так вы еще и деньги за него получаете. Нужно жить также полноценной жизнью. Полноценная жизнь – это касается всех нас. Тот, кто считает полноценная жизнь, помните, приставка «по» на Востоке ассоциируется с чем? С душой. Душа должна быть наполнена. Вот вам и ответ. Элементарно просто. Если душа не наполнена, человек живет, скажем так, неполноценной, а недоразвитой жизнью. Он просто пользуется как потребитель этой жизнью, а потом… Жизнь потом начинает спрашивать, ну ты ж пожил столько лет, надо же, наверное, все-таки долг отдавать. Потому каждый человек должен все равно отдавать свой долг. Не ждите этого времени, когда у вас будет отсутствие радости. А прежде всего, что решайте проблему, чтобы это чувство не возникло у вас никогда. Итак, удовольствие. Человек не получает от жизни удовольствия. Каждый человек должен вообще-то определиться, что такое удовольствие и как его получать. Но здесь есть подвох. Если вы будете постоянно только брать, вы станете эгоистом. И вам удовольствия будет мало уже того или того. Вы будете искать больше и больше. Это тоже будет касаться отсутствия радости. Ну, конечно же, отсутствие радости что поражает? Постоянная усталость. Человек устал от работы, устал от жизни, вот это вот, скажем так, ярма. Что человеку нужно? Как всегда традиционно мы скажем, поменять образ жизни. Поменять образ жизни. Немножко стать другим человеком. Для чего? Для того, чтобы вот это отсутствие радости не породило в вас, знаете, как сказать, суицидальные мысли, чтобы не породило у вас какую-то, скажем так, отсталость от того мира, который важишь и гложет. Почему? Потому что вы должны развиваться вместе с этим миром. Если у вас нет развития, то и не будет и радости. Заметьте слово «радость» и «развитие». Первая буква «Ра». В Египте назвали Бога как Ра. А Бог есть любовь. Что же сердце? Чем нам может помочь сердце, конечно, акупунктура. Прежде всего, акупунктура, если мы тонизируем точку S1 Зидзюань, она борется с проявлением, скажем так, вот этой вот постоянной усталости. И сердце нам помогает в этом в чем? Вообще-то сердце хозяин всех внутренних органов, значит, и всей внутренней жизни. Поэтому образ жизни нужно поменять. Здесь подсказка человеку, который смотрит видео. Вы должны прежде всего поставить задачу, к ней идти. Не надо думать, что если мы повоздействуем только на эту точку, все. Завтра я проснусь в радости, либо пойду на работе, меня обретет радость. Нет, вы должны поставить перед собой цель, задачу и идти к состоянию радости, а не покрываться какими-нибудь объяснениями. Сердце также является храм Бога. Мы сказали, что полноценная жизнь, буква ПО, душа. Если вы не знаете, где ваша душа находится, если вы с ней не разговариваете, если вы полноценно с ней не живете, не общаетесь, как-то не живете жизнью в этой уже, то она… отчасти начинает оставлять вас. Потому что вы же ее оставили. Вот потому найдите, вот, скажем так, путь к душе. Ну и, конечно же, что сердце у нас? Сердце у нас, скажем так, высшая нервная деятельность, психика. Психика есть развитие. Потому вы должны развиваться. Но здесь мне хотелось бы коснуться и сказать всем, уважаемый зритель, что без Бога человек не развивается. Он может только образовываться. И то образование надмевает знание, а вот развитие именно с Творцом Богом, оно не надмевает человека. Человек так и знает, что он песчинка. И больше подняться он не может той песчинки. Но
развивать в себе одно единственное нужное, что состояние духа любви, духа созидания. Любовь есть созидательная сила, и сердце вам в этом поможет. И данная точка S1 Цзидзюань, если вы будете тонизировать, активизировать, она будет открывать вам сердце, но при условии, уважаемый зритель, если вы сами будете искать в себе свое сердце и раскрывать его, а не покрываться только акупунктурой. Спасибо за внимание.